Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня я вам расскажу, чем отличается установка забора в горизонт от установок забора по грунту или установка забора ступенями или каскадом. Установка забора в горизонт возможна лишь только после замера специалистом всей линии установки нивелиром на месте. Данный способ установки при большом уклоне влечет увеличение стоимости материалов и сроков проведения работ. В данном случае профнастил, металлический или деревянный штакетник, секционный забор и 3D-забор выравниваются по верхней части забора по всей линии установки в уровень горизонта. Во втором варианте установка забора по уровню грунта. Весь материал крепится с наклоном, параллельно уровню грунта. Если это установка забора из профнастила, то крайние листы обрезаются после их установки вертикально. А металлический или деревянный штакетник изначально устанавливается вертикально с постепенным равномерным опуском. Как вы видите на схеме, первый вариант значительно отличается от второго. Поэтому, выбирая один из них, главное не ошибиться в способе установки будущего ограждения. Но есть и третий вариант установки ограждения. Это стандартный вариант установки забора каскадом, или его еще называют ступеньками. В данном случае материал крепится к каркасу каскадом. Это самый распространенный вариант установки заборов при больших перепадах и уклонах по линии установки. Он не требует никаких дополнительных затрат при установке ограждения, и все материалы выписываются в стандарте, исходя из выбранной вами высоты забора. Теперь посмотрите, как они отличаются друг от друга на общей схеме установки. Забор в горизонт, установка по уровню грунта и установка ограждения каскадом с ступенями. А на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, данная информация вам будет полезна. Будьте внимательны при выборе способа установки вашего забора. До новых встреч. Пока!